Самое главное, мне кажется, это не предавать. В бизнесе, в отношениях это самое важное. Не терять доверие, это очень важно. Если тебе не доверяют, то мало у тебя что получится. А не делать зла, я верю в это. Действительно верю. Не делать зла людям. Помнить о карме, я тоже в нее очень-очень верю. Что касается работы, не лениться. Это единственное, что может отгородить нас от достижения наших целей. Я, конечно, верю в судьбу, но я верю еще и в то, что мы ее можем менять. Я думаю, что если прикладывать большие усилия, то можно добиться чего угодно. Не сдаваться никогда, потому что мы иногда в нашем пути, бывает, доходим до самой-самой последней точки, и остается сделать один лишь шаг, а люди сдаются. Это тоже очень-очень важно. И пятое, наверное, стараться искать в любой ситуации, даже в самой плохой, какой-то позитивный исход, чтобы просто получить силы и, может быть, идти дальше.